Северный район города Магнитогорск. Самое хлебное место, потому что здесь самые низкие цены. И когда-то, еще 20 лет назад, здесь, на улице Вокзальной, весь город в буквальном смысле кормился. Картошка, огурчики, лучок, морковочка. И здесь я тоже кормился, когда был школьником. Мы сюда ездили разгружать склады, овощехранилища. Но сегодня и сейчас здесь кормятся бизнесмены. И поэтому, если вы в торговом центре хотите себе найти что-то дешевле, то дешевле самого дешевого – это только здесь. Потому что, ну и аренда низкая, и согласитесь, для оптовика не надо тепло, не надо евроремонт. Хотя, вот сегодня мы зайдем в один из оптовых, скажем так, складов. Точнее, не оптовый склад, это сервис «Автостекло у Альберта». Да, сегодня здесь, на Вокзальной 5/2, 100 метров от дороги пешком и еще 100 метров направо. Так вот, вы сегодня здесь дешевле, чем где-либо в Уральском регионе, и в том числе и в Челябинске, поменяете стекло. Потому что давай, китайский принцип, сделаем больше и качественнее. Действительно, северный район Магнитогорска не только самый экологически чистый, не только самый спокойный, но и самый дешевый для проживания, к тому же самый удобный. И здесь низкая арендная плата, заранее неприспособленные площади и удобная транспортная инфраструктура позволяют здесь сделать именно свой бизнес. Естественно, учитывая все эти факторы, цены здесь ниже не бывают. И здесь, и для горожан, и для гостей. Альберт Павлов, основатель автостекольного бизнеса, сделал еще один очень удобный и, главное, теплый сервис. А вот такого вы не увидите в том сервисе «Автостекло Альберта», что на родине. Потому что вот здесь все продумано. И обратите внимание, на улице минус 15, будет минус 25. Мне абсолютно не холодно, я себя чувствую так же, как буквально 3 недели назад в Египте. И вот здесь, в такой теплой и дружественной обстановке, вы меняете стекло, причем на 500 рублей дешевле. Можете заказать себе разрезанный триплекс прямой на спецтехнику, ну естественно зеркала. Но это я утрирую, конечно, здесь вам так не придется находиться, как мне, да? Есть отличная большая зона, где вы можете подождать свою красавицу. Вот так вот. Но если нет, то вы знаете, здесь, на Вокзальной, время можно провести с очень большим удовольствием. Потому что, похоже, это будущее города Магнитогорска. Супермаркет под открытым небом. Ну что ж, город Магнитогорск просто требует новых качественных сервисов, где тепло, сытно, уютно. И вот здесь Вокзальная 5/2. Добраться очень просто. Здесь что мы сейчас можем сделать? Вот буквально с первых чисел декабря мы открыли этот сервис в полной мере. Он работает сейчас полностью. Во-первых, большое снижение цен. На работу по иномаркам, значит, стоимость будет 1500 рублей, включая все расходники. На российские модели от 1000 рублей и выше пошли. То есть можно говорить, что мы здесь на Вокзальной 5/2 экономим каждому человеку на установке 500 рублей? 500 и выше. 500 и выше? Да, 500 и выше. Какая, смотри, какая модель. А теперь приоткроем завесу тайны, которая тайной по сути не является. Откуда такие низкие цены? Да вот отсюда. Десятки тонн автомобильного стекла на складе, и это широчайший ассортимент. И без ложной скромности можно говорить о том, что больше и качественнее автостекло никто не устанавливает и не реализует. А количество прямо пропорционально качеству и обратно цене. Я так понимаю, в ваших силах не только город Магнитогорск обслужить, потому что наверняка все те, кто видели, уже к вам обращаются. И такой огромный склад. Кто к вам ездит? У нас приезжают даже с Белорецка, Верхнеуральский, ближайшие районы все буквально. Ну, самые дальние буквально это в Сибая, с Баймака. У нас представители наши работают в Баймаке. Могут обращаться туда, значит, Баймак там обслужит машину. И Владимир Владимирович Путин на своем недавнем обращении, точнее общении с народом, сказал, что скоро 80% автомобилей будут отечественного производства. Мы и так немало производим. То есть огромное количество Hyundai, SsangYong, да кого-то, какие. Если стекло разбилось, стоит ли волосы, как говорится, на голове рвать? Или проще у вас купить? И дешевле это будет? Это вопрос, кстати, задан, кстати,
потому что специально на российские модели мы держим полный ассортимент стекла. Эти модели, которые производятся в России, Спектры, Ланосы, Логаны, все стекла в наличии у нас имеются. Все стекла по периметру? По периметру, все стекла по периметру. И ветровые, задние, боковые, дверные, косыночки и так далее. То есть фуллиган, если залез, никаких проблем. Буквально через 2 часа и новое стекло? Даже не 2 часа, да, достаточно намного меньше. Ну, это я имею в виду пробка, там приехал, пока милицию вызвал. Да, да. Минут 15-20 на замену боковых стекол, но лобовое стекло порядка 3 часов с сушкой вместе, так и выходит. Ну и специальный подарок от меня лично и для вас. Вот абсолютно простая схема проезда в сторону вокзальной, по Советской, до Кругового. Далее в сторону озера Соленое, по вокзальной, мимо комплекса Ситное, до первого поворота направо. Там еще пешеходный переход. И вниз до третьей улицы, и там не ошибетесь. Везде висят информационные табло.